Добрый день, мои дорогие друзья. Я хочу от всего сердца поздравить всех вас с прошедшим уже праздником Песах. Сегодня последний день этого еврейского праздника Песах. И пожелать вам счастья, здоровья, удачи и всего самого лучшего. Моим друзьям в Украине мирного неба и скорейшего завершения войны. Сегодня я вышел в эфир, чтобы сообщить вам о том, что у нас в гостях всю неделю находился мэр города Марсаскала из острова Мальты Мария Калежа с женой, сестрой и мужем сестры. Это второй приезд Марии в нашу страну. У него остались удивительные впечатления от пребывания в нашей стране. Я хочу поблагодарить всех тех, кто помогал замечательному человеку, мэру города Марсаскала из Мальты Марию, путешествовать по нашей стране, всех, кто приходил на встречу с ним, и пожелать ему счастья, здоровья, удачи в этой прекрасной маленькой стране Мальта и пожелать мира, чтобы мы встречались все только по мирному поводу. Еще раз с прошедшим праздником Песах, дорогие друзья, счастья, здоровья и удачи!